Just Cause 3. Спасибо большое за ваши подписки, нас теперь 400. Благодарю тех, кто смотрит все мои видео. Ну что ж, а мы продолжаем. И у нас тут как раз тача вон есть. Го, покатаемся. Чё? Так. Блин, а! Ты чё? Чуть не съехал, а? О, машина-то, а? А куда мне ехать? Ну какой там карты, я забыл. Так, Б. Это М, С, В. О, я бибик научился. А, так вот. Мне уже пункт назначения пишет. Вум. Офигенно. Офигенно мы летаем. Вообще безбашенный, нам на все пофиг. Гу, машину просто так раздолбаем. Виха! Отлично, машина вот вообще в хлам теперь. Куда там приехать? А, о. Обожаю эту игру просто. Давай, газуй. Нико, ты можешь помочь? Тут такое дело. Когда-нибудь машины будут на воздух ездить. Но сейчас у меня закончился бензин. Рико, помоги до заправки добраться. А, окей. Это миссия. Че за заправки тебя? Да и не ори, женщина. Ой, давай, погнали. Погнали до заправки, чё ты там? Не люблю хвастаться, но я крут. Работа выполнена, ни хрена себе. Офигенно, я ее выполнил, конечно. Я еще тут водить не привык. Это вам тут не Need for Speed. Это вам тут похрещи. Заносит туда-сюда просто. Так, вроде научился, блин. На обгон взял. Куда приехать-то надо? Как там карта? О, дайте мне карту. Я забыл, как карту открывать. Я реально. Я забыл. Так, играл. Правильно ПК. Интерфейс. Фильтр. Следующий вкладка открыть. А. На тап, что ли? Да. На тап у нас карта. Так. Сюда на миссию. Я вообще далеко уехал. А, не, недалеко, я туда куда надо, походу. Так, ну-ка. Чё мне машину раздолбал? Рум-рум. Ни хрена.
место для парковки. Офигенно, просто. Машина вот полетела. Офигенно. Так. Не, ну лучше мне без машины. Я вон как-то так быстрее сейчас доберусь. Господи, ты чё падаешь-то? Бегать можешь? Не совсем, да? Рико, получилось! Я здесь. Что ты хотел мне показать? Здание перед твоим носом. Один из моих лучших гаражей. Я вижу только какую-то синюю постройку. Я тебе покажу. Вот, направляйся по этим координатам. Не туда. Он нас отправил. Так. Отлично, я прям как... На пристанях. На пристанях, на аэродромах. Но они все одинаковые. Каждый гараж принимает любую технику. Если хочешь, можешь притащить лодку на аэродром. Как, по-твоему, я притащу катер на аэродром? Понятия не имею, Рико. Тебе лучше знать, это ведь ты у нас парень с крюком. Верно. В общем... Ты можешь пригнать технику в любой из моих гаражей. Но город, как я понимаю, надо будет сначала освободить. Блин, не падай, Рико. Рико! За машину. За дорогу, за все цепляйся. Да, с Винксьютом, конечно, немножко быстрее игровой процесс стал. Да какие тут власти, сейчас разбомблю и все. Ты уже на месте? Да, почти на месте. Все, уже тут. Погоди, ты хочешь, чтобы я доставил тебе этот скутер? Но зачем? Заштормило. Не беспокойся, никто о нем грустить не будет. Любой из моих гаражей можно найти на карте. Вперед! Ну. Маны. Добавить маршрут к гаражу. Прикольно. Тогда зачем я всем этим занимаюсь? У повстанцев я специалист по технике. Я снабжаю оружием и машинами повстанцев по всему Медичи. Но зачем тебе этот скутер? Помнишь малютку Сесилию Креспо, у которой изо рта пахло? Ее еще прозвали Драконицей. Это ее мопед. Красивый, правда? Сесилия постоянно надо мной смеялась и говорила, что у меня волосы хрустят. Так что теперь мы над ней подшутим. А заодно будет польза и для тебя, и для революции. И какая же мне польза от дурацкого скутера Сесилии? Не тупи, Рико. Я забираю мопед, разбираю на части. Мои парни делают новые мопеды, и все получают по мопеду. Все в плюсе, кроме драконицы. Она в минусе. Ну, в этом-то и вся суть.
блин, мопед. Ух, зашли-то как. Или гранатомет мне пригодились бы больше, чем этот скутер. Да, если ты разделаешься с базой Диравелло, мои ребята смогут изучить технику, которая там была, и доставить ее тебе. Только не надо тащить машину с базы в мои гаражи. Да. Почему? Я все-таки въебался тут. Военная техника привлекает солдат. А нам для работы надо держаться в тени. Блин. Сорян. Тупанул я слегка. Ну как так-то, а? Не долетел скутер, дурацкий скутер. Он должен был долететь до того берега. Как так-то? Взял, не долетел. Все. О, офигенно. Хотя бы заново ехать не пришлось. Интересно, в дрифт сейчас войдем? Да. Ну как так-то? На какой там дрифт был? На шифт или на че, блин? Забыл тут все управление почти. Ну, давай еще раз. Дубль 3. Вот на третий раз точно все получится. Давай, 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 сейчас зайдем. Во! На шифт у нас дрифт. Блин, а как эта тарантайка там взорвалась, вообще не пойму. Блад. Здорово, мужик. Возвращением, Рико. Твоя задача поставить скутер в обозначенную синим область. Ага. Нифига. Он чё, ещё носиться умеет? Они быстро работают, Марио. Но теперь у меня нет тачки. Терпение, Рико. Я же сказал, я специалист по технике. Для начала возьми вон там несколько маячков. Ну что, нашел? Нашел. И зачем они мне нужны? Ну, нашел их. Кидай их, чтобы показать ребятам, куда доставить снаряжение. Просто выбери все нужное в приложении «Склад повстанцев». Склад повстанцев. Выберите транспорт. Вертолеты. Ну, вертолеты. Теперь давай список переброски. Парная. А. Сюда я эту возьму. Сюда я это возьму. Готов теперь запросить переработку, нажав N. Да! У тебя будет вертолет! Так что кидай маячок туда, где есть место для взлета, посадки и всего такого прочего. Окей. И он прилетит ровно туда, где окажется маячок. Ага, это все Дайма придумала. Одна из ее старых разработок. Теперь они есть в моих гаражах. Вуаля!
Неплохо, Марио. Ух ты. Не сомневайся, если тебе что-нибудь понадобится, используй приложение. Но мы можем доставить только то, что ты уже нашел. Так что придется потрудиться. Такс. А пистолет-то? А, пистолет-то у меня есть. Рико, надо освободить провинцию Байя. Ладно. Чтобы освободить провинцию, нужно освободить все ее города, аванпосты и базы. В Байе остается только Виз Электро. Разнеси эту базу, и дело сделано. Где она? Это база твоя. А. Ну полетели, чё? Сейчас будем наслаждаться игрой и графоном, как говорится. Запретная зона. Немедленно покинь территорию. Да мне посрать. Аллаху Акбар! О, так отлично, я сейчас сяду. Где там вертуха падает? А, во. Так, ну что? С чего начнем? Рико, встретимся в Виз Электро. Ага. Это место построили за 2 месяца, используя труд заключенных. И ни одного ватта энергии не достается народу. Ступай туда и все взорви. Ок. Военное имущество выкрашено в красный. Так что давай в город и разберись. Окей. Бум. Но все равно сейчас бомбанет там. Так, ну чё, погнали. Уэлл. Аккуратней, Рика. Родригес. Поехали. Получил хэд. Воу-воу-воу. Тише-тише-тише. Война, мать его. На тебе. Сюда. Сдохни. Ух, ни хрена вы, конечно, тут не шмаляете, а. Вот сюда полетел. Так, ну чё у вас тут еще-то? Где вы тут? Живы. Ага, вот ты. Займись вторым, пока система не стартовала снова. Где-то я там сверху еще видел. Чё оружие-то? Блин. Ты бегать как-нибудь можешь, Рико? Нам надо торопиться. Ай. Готово. Теперь к турбине есть доступ. Зашибись. Аллаху Акбар. Ну что? Давай. Бум-бум, шоколака. Ух, сейчас повеселимся. Ой-ой-ой. Тупая машина. Так, нак. Блин, ты далеко чё-то.
Давай-давай, у нас мало времени. Это взорвал. Это взорвал, да. Так, этих бомбанем. Уродов. Фигли. Сюда давай. Ух, бом-бом-то тут, а. А куда мне дальше-то? Еще никак понять не могу. Скотина. Оба-на, сейчас снайпером разберемся. Лети. Ух, нифига, я тебе вышку могу снести. Ну давай, попробуем. Или мне показалось? Это было просто. Так. Оба-на, вот это вот разнесем. Блин, откуда вы фигачите так? Так умеренно и сильно, а? Ну. Отлично. Что там у нас еще? Эту осталось. Тогда та. Ну все, короче, конец сцерни. Че не катится? Да, давай, бом-бом. Высадиться или открыть огонь? О, тут же вон ракетная установка у нас. Давай-ка я... Ах ты ж. Ну все, разозлил. Аллаху Акбар! О, здорово. Полетел. Рика. Все нормально будет. Сюда, сел. Так, чтобы занять место стрелка, давай его. Тупой машина. Ну все, вам пипец. Давай сюда иди, чё вы там встали-то? Тут-то-той. Всё, взорву нафиг. Взорвал вроде. Ты чё сюда приехал, а? Нафиг взорву всё. Сесть транспорт. Его ехать отсюда. Офигенский транспорт. Это центральный энергоузел. От пули он защищен. На-ка. Нифига тут ничего не защищено. Че несешь-то?
Так. Тут я все разбомбил, да? Как весело. Блин, козлы. Идите сюда вы все, а, уроды, которые везде заныкались. На! Ой. Бум-бум. Да идите сюда все, мне надоело скрываться. Ой, баба. Опа. Тут, оказывается, даже женщины есть, которые дерутся. Но... Капец, давай еще. Все. Да, понес. Прыгай, Рика. Давай эту отключим. Отлично, нам теперь надо какую-то фигню уничтожить. Зашибись. Патрон нет. Рика долбанулся, как патрон-то нет. Ну-ка. Давай. А, конечно, защищено. Нифига не защищено. Погнали дальше. Мне нравится эта машина. Да и по-бырому. Давай, 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 машинка, машинка. Времени мало, давай. Давай, родная. Там еще какая-то остался. Не, она мне, значит, говорит, типа, то, что тут нифига нельзя ничего пулями прострелить. А это были пули. Как так-то? Говорит, только взорвать. Да, иди сюда. Ну все, вам в вашей базе конец. Теперь поговори. О, какой транспорт мне дали. Что? Привет, Шелдон вызывает. Ответьте немедленно. А, так и знал, что ты уцелел. И что тебе надо? Ты подложил Дировелла изрядную свинью. И теперь Коста дель Порто может пострадать от его опаленной гордыни. Просто подумал, что вам с твоим другом стоит это учитывать. Спасибо, Шелдон. Марио, ты там? Да, я все слышал. Встретимся за городом. Ладно, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилась эта очередная серия Just Cause 3. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите мои видосики. Всем удачи, всем пока.